А вот из этих ягод, которые тут лежат, вот мне сказали местные тайцы, что из них делают пальмовое масло. Вот такие пальмы тут стоят. Здесь их очень много, и они охраняются везде. Мы не могли понять, почему. И что цена в этих пальмах. То есть ягоды эти растут, их никто нигде не продает. А тут вот весы стоят, и они что-то тут, в общем, поотрывали эти вот головки такие огромные. Они облеплены вот пальмой, вот такими огромными глыбами. И там получается такая твердая штука. С нее делают пальмовое масло, короче, с этой штуки. Так, все. Они меня через переводчик Google сказали на тайском, оно мне все перевело, в общем, и показало. Они сказали, что из этих ягод делают пальмовое масло. В общем, такое. Кому интересно. Долго голову не ломали. Вот они их тут обрывают, там куча целая лежит. Вот из этого делается пальмовое масло.